Всем привет, на моем 65-м стриме. Сейчас попробуем пройти Тоху 7. Наконец-то пойду дальше. Не стал я музыку до конца слушать, потому что времени у меня не очень много, к сожалению. Но я надеюсь, что я успею пройти ее. Я даже не успел тут подготовить второй монитор, поэтому играю я опять в маленьком окошечке. Ну, правда, окошечко чуть больше, потому что разрешение самого монитора поставил ниже. Ну, в общем, как-то там получится. Так, все, надписи все украл, все, поехали. Итак, на нормале, естественно, играем. Так, наверное, музыку потише, да, надо? Я так и понял. Так, для средних игроков normal level. Итак, вот у нас Рейма опять седая, Мариса, Сакуя и Зайой. А кто это? Ну, я Рейму выбираю по умолчанию. А, кстати, normal speed medium, focused speed slow, initial bombs 3. И чу череп пеналти for bomb small. Ну ладно. Итак, spirit sign, sign pursuit type, dream sign rapid fire type. А, это она? Так, ну ладно, первое выберу. Не знаю, по дефолту. Так, double shift у нас по-прежнему есть, да? Ага. О, там даже что-то стреляет новое, когда зажимаешь. А, это самонаводящийся, понятно. А что это за розовые блоки я беру? Бонусы. Что они дают, пока непонятно. О! А что я сделал? Не понял. Так, здоровье теперь у врагов сверху показывается. Как у босса. А, в шестой тоже так было, да, вроде? Так. Взорвано. Ух ты ж, я засмотрелся немножко не туда. Чуть не попался. Музыка приятная играет. Не в стиле Тоху. Это ridiculous, не помню, как это переводится. Самый сезон, сонный сезон года? Что ты имеешь в виду? Весна? А, ладно, тут еще такое... Я помню, какие тут текста, их еще переводить, это жесть. Типа, люди не уходят в спячку зимой, что ли? Я помогу тебе заснуть. Мирный глубокий сон. Да, тут нет, это непереводимо. Это уже босс, да? Походу. Так, а где хитбокс, интересно? Lady White Rock, это ее имя, что ли, да?
Ну-ка, что тут у нас за взрыв? О, нормально. Так, а как понять, сколько у нее там еще стадий полосок этих? Я просто не успеваю этого смотреть и не вижу. Ну, то, чтобы понять, надо начать рассмотреть, а нет возможности. Что это? Что это такое, ульта? А, это? Понятно. О, нет, что-то тут плохо. Нет, что-то. Маленькие полоски — это количество фаз? Где? Что-то я не заметил. Ее атаки должны быть более интенсивными. Ну, хотя бы без смертей. Набираем силу побольше. О, все, максимум. А, что-то неохота было там микрить. Это было опасно. Где? Не вижу, что у нее там слева. Написано Чен и все. И одна полоска единственная. А бомб нету, как-то мне повезло немного. И это был еще не босс. В смысле, что-то топил? А я-то не видел твой стрим, Тор, по этой игре. Ну я просто их не видел, чтобы они были. Куда смотреть-то? Что эти дома делают в таком месте, как это? А, конец. А, в любом случае, добро пожаловать в мою хигу. А, конец чего? Конец Wanderers. Не знаю, как того, таких, как ты. И что с того? Я слышала, мою хигс какие-то предметы дают удачу, если их взять домой. Да, это правда. А, давайте начнем плундеринг, типа, собирать, что ли? Это наш дом. Убирайся отсюда. А, вот что случилось с... Блин, не успел. Ну ладно. Неважно. Это что? Тут сюжет это так. Для атмосферы. Хотя как-то не странно, сюжет сюда для атмосферы. Зря я бомбу использовал, единственную на несложной фазе.
А, я вижу, там еще одна полоска светлая, да? Это значит еще одна будет фаза. Ну, стадия. Ах ты ж, ну это же было вообще. Это было обидно. А зачем я использовал? Ну ладно. Лучше лишний раз использовать, чем потерять жизнь. Ох, как это ж... Вот, Тор, ты про это говорил, да? На единственную пульку на экране я попал. Ну, про... ну, блин, я утрирую. Что он делает? Ну как от этого уйти-то? Там неудобно. Ну то есть как-то вообще непонятно. Так, еще бомба есть одна, если что. А, это было слишком. Я думаю, это так. Короче, ладно, пофигу. Чё-то перевёл частично, чё-то нет. Третий уровень. Уровней, скорее всего, 6, как обычно. Пятый плюс обрезанный шестой. А чё так всё тормозит? Или это... спецэффекты. О, блин. Опять она, только что же убил. Ого. Как-то мощно. Оружие-то у нее не слабое в этой части. Холодная ночь. И это может означать одно. А, не, я не могу не видеть ничего. Что-то, блин. Давно не виделись, это кто? А, Рис, ну это Маргатой какая-то, короче, только что с ней дрался два раза. Мы только что встречались. Ты не помнишь меня? А, это забавно. Почему же зима такая долгая, тут спрашивают?
И наконец старый друг, мы встретились снова. А, что? Блин, не успеваю, ладно. О, у нее три фазы. Три стадии. Мне кажется, или FPS падает иногда? Что это? О, я знаю эту музыку, лол. Только ремикс слышал. Причем ремикс очень упоротый. Так, ну вроде не сложно пока. Правда, у меня бомб нет, но зато две жизни. Так, что у нее одна это осталось? Ох, все-таки попало. Ну да, тут сложнее миксить уже. Ладно, на. Не, что-то это мне не нравится. Начинаются шарики всякие. Зажало. Фух. Изи? Да ничего себе, изи. Я бы не сказал. Ну, однако, Тор, пройди давай везде на хорошую концовку, если она такая имба. На плохую, может, и имба. Четвертый уровень. А что, они прям в меня притягиваются, что ли, все предметы? Что я не понял. А что это было? Ой, это было печально. Да. Вот это было глупо.
И очень печально. Придется бомбу использовать. Да где там вымикрить-то, ну? Три бомбы надо не потерять. Да бомблю, бомблю. Ну надо как можно дольше не бомбить. Ну тут, да, лучше бомбить буду, на всякий случай. Ну так или иначе, еще босс впереди. Ну вот и закончились у меня бомбы. А, подожди, как, не закончились? Откуда еще одна? Ну теперь точно закончились. А вот еще одну дали. О, вышло. Блин, использовал бомбу. Все. Ну вот, первый континиум берем. А почему сначала? Тут нет континуума? Блин, ну это жесткая тогда игра. А вроде же предложила, странно. Ну ладно. Всегда по умолчанию стоит на нет? Да ладно, нет, неправда, не помню такого. По-моему, всегда по умолчанию да. В любом случае, я на японском не знаю. С этой части, да, и ты так фейспалм ставишь, как будто я это знал. А предупредить это вот вообще никак, надо же посмотреть, как я пройду сначала, да, обязательно. Так я не пойму, когда я не нажимаю Shift, оружие сильнее, что ли, или слабее? Так я нажал верхний пункт вроде бы.
шифтом сильнее, а какой смысл тогда не шифтить? Ну, в смысле, ну там, есть определенные моменты, ну то есть как бы, ну блин, не знаю, по-моему глупо. По идее, без шифта же сложнее, да? И должно быть оружие, значит, сильнее, ну как по логике, где сложнее, там другой должен быть какой-то плюс. А получается, шифт отпускает только ради моментов, где нужно вот быстро это проскочить. Так вообще-то он наводится, если ты не заметил. Не, ну насчет, опять же, наводок и не наводок, да, тут такое как бы не прокатит. Это не чит, да, это стандартный персонаж, даже главный герой. Так что прохожу тем, чем мне удобней. Челленджи в Тохи я не беру. Ну, кроме одного недавно. Когда она там уже сдохнет? Ладно, не выдержал. Так, у меня тут такое смутное подозрение возникло, что я не поставил стрим онлайн. Хотя нет, вроде поставил. Просто я думал, что забыл. Ну ладно. Ну, возможно, Марисе даже проще в этом плане, если огромный урон. Хотя, ну не знаю, ну у всех разные преимущества. Я буду проходить пока этой. Ну я же ей еще ни разу не пробовал пройти, то есть только до одного континиума, но блин, это надо до конца. Не знаю, должны быть сбалансированы тот персонажи, не должны быть одни сильнее, другие слабее. Блин, обидно, я там... Я там столько микрил. Ну что это? Ну, вот это вот, блин, вообще печально. Ну как так, одна жизнь осталась уже. Это только второй уровень.
Надеюсь, тут получится вымикрить. Вроде пока не сложно. Пока что. Тут уже чуть-чуть понапряжней. Еще и крутится. Пришлось бомбу использовать. Начинает свои эти приколы. Вот эти. Такие не очень. Ладно, лучше бомбу, чем жизнь. Да, бомб нету. Ох. Жалко, жалко. Чуть-чуть не добил. Третий уровень. О, блин. Дно, 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 дно. Как же обидно такие смерти. Да не, вряд ли дойду до босса без континуума. А я вроде бы проходил даже этого босса, да, без континуум? Или я как раз на этом боссе погиб, что-то я уже не помню. Первый раз. Так, и это даже не босс еще. Это так. Это просто. Жизнь, отлично. Тогда появился шанс какой-то. Главное бомбить вовремя. Ой, это что, я не заметил. Не, по-моему, я ее проходил. Что-то это уже не помню. Хотя не, вряд ли, наверное, да, не проходил все-таки. А, лучше сейчас взорву пока. Дабл шифт. Опа.
Не-не-не, я проходил ее точно. Я сейчас вспомнил, это музыка, да-да. Три бомбы потерял. Так где эти, да? А, там написано вообще-то по-английски. О-о-о. Ну только оно так неочевидно написано. Жесть. Ну ладно, в любом случае, сейчас надо пройти. Так. Бомбы еще две есть. Последняя стадия. Так, тут, по-моему, уже сложно начинается. Да, лучше бомбу использую. А, да ну, вроде бы замикрил, но на всякий случай. А, эти шарики. Ай, такие не очень. Ух ты ж. Бомб нету. Надеяться не на что. Кроме себя. Ну там вообще нельзя было никак. Ах ты ж, ну чуть-чуть не хватило. Ну ладно, что пройдено, то пройдено. Да, доходил уже до этого уровня. Точно. Сейчас вот вначале пару битв, пару таких вылетит, потом название уровня выйдет. Точно доходил. Без континуумов. То есть я хуже сейчас прошел. Значительно хуже прошел, потому что я уже жизнь потерял. Что-то не очень. Так, что-то тут зажимать начинает. А, у меня бы бомбы были, да? Хотя. Там невозможно. А, да как же это, ну...
А вот это, по-моему, меня убило в тот раз. Да, то есть я не до босса вроде дошел, а вот до вот этого мини-босса. Так, бомб нету. Ок, микро до конца. Ну, до конца это быстро случилось. Вот тут уже надо бомбу использовать. Ну блин, еще босс впереди. Еще уровень, еще финальный босс. В общем, еще полукруг впереди, по сути. Все, убилось. Да. Это что такое? Как от этого уйти? Так хочется бомбу использовать. Ее нет. Опа. Что за 3D? Кстати, реально 3D, да? Походу. Или это текстуры такие? Ну, в принципе, и так-так может быть. Итак, кто-то тут. Почему Cherry Blossoms? Что-то вот это Cherry Blossom, это же название игры, а я не знаю, как переводится. Cherry это клубника, да, Blossom не знаю. Какой из углов мой любимый? Скорее всего, правый нижний. Тор, напомни потом тебе видео скинуть, которое относится, по сути, к этой игре. Я делал то, что музыку я упоминал. Ремикс. О, их трое тут будет? Да ладно. Это прикалываешься. Я просто этих боссов вот увидел сейчас и сразу вспомнил про то видео. Запомнил, как они выглядят. Одна со скрипкой, другая с этим, как это называется, ну такое, микропианино ручное, я не знаю, как оно называется. Типа, блин, даже не знаю. А третья с трубой. А, так она одна только осталась. А чё ж так? А остальные это следующие боссы или что? А, это вон там стадии, вероятно, это они вылезут, да? Ой, чё у меня так много стадий-то? Чё-то мне вообще не в прикол. Чё-то я пока вообще не понял, что происходит, не успел вникнуть, меня уже убили. Красиво. Ух. Крепкая она что-то. О,
О, трое появились. Да это жестко. Да, вот тут-то я все и солью, походу. Не вижу. Где уйти? Ну видишь, Тор, я же говорю, что никакая анонимба. Просто свои преимущества есть. А я успел, да? Все, я думал, я не успел нажать. Давай в минусы. Третья осталась. Что это еще? Меня зажали? Как от этого уйти, Пека? Без понятия вообще. Фу. Да, не пойду. Мечтаю увидеть здесь лунатика. Ну, сложность лунатик. Две грустные, одна веселая. А что такое поинт 0 из 50? Так, пятый уровень. Вот там Power, Grace и Point. Что за Point еще? Ну, у меня последний континиум, блин. Пятый уровень. Как-то я пока не вижу особой перспектив пройти игру. Ну, за эту попытку. Но это, можно сказать, первая попытка, потому что, ну, самая первая, ну, блин, континиум не взять. Но когда я беру вот эти розовые, походу поинты увеличиваются. У меня же не было помпы, да? Или были? Скажи, что не было. Блин. О, ты человека, я вижу. То, что и нужно. Что-то я там... Что-то она, короче, не сделает. Так, бомб нету. Так это уже босс, да, или нет? Походу нет. Да, вряд ли босс будет с одной стадии. Ну это что? Это не смешно.
Это не смешно. А, они замедляются. Ну тогда это еще терпимо. Нет! Это нереально. Ну это нормально. Ну потому что там половина разрушилась. Фу. Тор, по-моему, жизни дают за это. Смотри, откуда у меня две жизни. Походу, потому что я 50 поинтов собрал. Ладно, я потом, если время будет, после прохождения игры сюжет прочитаю. Ну нет, Тор, я не прям стараюсь собирать вот эти розовые, потому что я не понимал. А теперь, наверное, все-таки буду, попробую получше собирать их. По крайней мере, им приоритет можно отдать. Как? Куда? Ну как? Ну это же... Это я понимаю, босс сразу... Потерял три бомбы? Как же мне это достало? Не, я не могу от ее атак уходить. Бомб не напасешься. Лол, как от этого было уходить? А почему я настолько меньше очков заработал-то? Тридцать четыре бомбы использовано. Восемнадцать смертей, что ли, или чего? Я попробую ее второе оружие включить. Зря, почему? То с любым оружием можно пройти. Примерно одинаково по сложности. Просто разный подход. Так, начинается. Да ладно, очень уверен, что одинаково, но... ХЗ. Да, посмотрим, да, куда дойду. Да ладно, Тор, чё ты сразу нагнетаешь?
Так, надо как-то в нее тоже попадать иногда. Желательно. О, засмотрелся. Не, да, короче, давай сразу удалим. Оружие мне это не нравится. Что, попробовать Марисой? По-моему, Амариса быстрее по экрану передвигается. Такое, ну даже не надо сразу. Ладно, да, мне будет проще, значит, с этим. Просто у меня нету времени сейчас до конца доигрывать каждым оружием. Если я сразу вижу, что оно мне не очень, то, как бы, лучше сразу выключать. Все-таки в этой именно части у меня миклить более-менее получается, ну, по крайней мере, по сравнению с предыдущими, поэтому самонаводящиеся, ну, как бы оправдывают себя, даже слабо. Тора, если бы ты еще писал, понятно. К сожалению, из-за того, что ты пишешь очень, как бы, коряво, непонятно, и тяжело очень читать, и я отвлекаюсь очень сильно. Просто мне приходится расшифровывать твои сообщения. Вот лучше кинжала один, это что? Я просто дальше не успеваю прочитать. Ну, сейчас вот уже могу, конечно. Лучше кинжала один возьми. Они тоже наводятся или два? Я не понимаю смысла. Лучше кинжала один возьми, а они тоже наводятся или два? Не помню, на шифте наводятся. Что это значит? Два кинжала это три. Девчонка, я не понял, как ее зовут. Ну, вообще смысл этих сообщений остается где-то там. Не знаю, до меня не доходит этот смысл. Читаю, как обычно. Что вижу, то и читаю. Лол, я случайно бомбу использовал. Просто случайно нажал. Ну ладно, я все равно кучу теряю. Обычно. Одной больше, одной меньше.
Главное, жизнь не терять. А, вот этот луч меня тоже убивает? Да, ну вот я потерял бомбы, так что... Третий играбельный персонаж, у которого кинжала главное оружие, какая из полкарты, я не помню, но дается... дает наводиться кинжалом в фазе нажатого шифта. Тоже наводящийся. А спелл-карта это что? Это вот эта бомба, что ли, да? Привет, Recall Me. Так, ну вроде пока получается. Что там у нее еще какая-то стадия или что? Я, к сожалению, очень плохо запоминаю боссов, то есть мне нужно пройти много раз. Ну, в смысле, сделать много попыток, чтобы я запомнил что-то, чем идет. Поэтому я не помню, что там сейчас дальше будет. Лучше бомбу. Обалдели на пару стримить Тахату весь день. Ну, Recall Me вообще-то меня уговорили, можно сказать, это стримить. Блин, сейчас минутку.
Так, ну вот очередной уровень пройден. Я буду иногда только включаться, потому что тут бывает иногда шумновато. Вот. Ну, поехали дальше. Вроде бы пока нормально идет. Еще я континуума ни одного не взял. Ну вот и первый континуум. Что-то рановато. Надо третий уровень, я думаю, проходить без продолжений. Уже стараться.
Блин, ну опять же, чуть-чуть не хватило. Вот совсем чуть-чуть не хватило. Обидно, конечно. Ну ладно, дальше.
Вот, в общем, босс пройден. В принципе, я считаю, довольно-таки нормально в этот раз за микрел. Не так много смертей, не так даже много бомб связал. Ну, по крайней мере, как в тот раз. Так что продолжаем на 5 уровне. Печалька. Блин. Все должно было не так закончиться. А что-то мне казалось, у меня еще были континиумы, нет? Странно. Ну что,
Не знаю, может завершить на этом стрим, так как я вот все-таки с комментами сейчас особо не могу. Наверное, поэтому... Да, наверное, поэтому я на этом закончу. В следующий раз уже допройду. Вот, так что замечания, предложения, вопросы, жалобы можно писать в чат, как обычно. А я на этом прощаюсь, всем пока.